взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна ФМ». Артем Шахов, 5 лет. Мне кажется, что у каждого человека должны быть друзья. У меня они тоже есть. И зовут их Аня, Маша, Кирилл и Карлен. Мы играем на детской площадке, катаемся на самокатах. А еще я хожу в школу искусств, и там тоже есть друзья. Без друзей гулять не весело. Поэтому я желаю всем людям крепких и надежных друзей. А своим я передаю привет. Взрослым о важном.